для всех наших любимых мам и для наших учителей. У моей мамы, кстати, вчера был день рождения. Можно тоже ей передать привет. Огромное ей спасибо за самый бесценный дар – жизнь и возможность сегодня стоять на этой сцене. А смелые учительницы, педагоги, выходите. Пусть вам аплодируют, вы заслуживаете уважения и аплодисментов. Все аплодируют, дорогие, любимые мамочки, педагогам, а кого же нет с нами, светлая память. Зимой, морозною, жарой, несносной молились часто вы, чтоб были счастливы, чтоб не летела жизнь бесследно, чтоб была нам ни худо, ни бедно. Не жалели сил наши матери, чтобы наша жизнь белой скатертью, чтобы наши дни не жалели сил наши матери, чтобы наши дни на белым катерам. Не жалели сил наши матери. Низкий поклон всем мамам! Же наши педагоги стесняются. Слезою истинней родные и близкие благословляли нас на добрый путь и час, чтоб каждый день, как день последний, чтоб было нам ни худо, ни бедно. Не жалели сил наши матери, чтобы наша жизнь на белой скатертью, чтобы наши дни на белым катерам. Не жалели сил наши матери, чтобы наши дни на белым катерам. Не жалели сил наши матери. Спасибо, спасибо за ваш нелегкий труд. Выходите, выходите, красавицы, умницы, замечательные женщины, которые столько энергии, любви отдали вам аплодисменты. Попите, попите, не стесняйтесь. За все поклон до ног, дай Бог не знать тревог за нас, своих детей. Дай Бог счастливых дней, и пусть целуют ваши руки за светлый путь, любимые внуки. Не жалели сил наши матери, чтобы наша жизнь до белой скатертью, чтобы наши дни до белым катерам. Не жалели сил наши матери, чтобы наша жизнь до белым катерам. Наши матери. Давайте все дружно скажем всем учителям и мамам спасибо. 3, 4. Спасибо. Еще раз. Хотите, может, пару слов сказать? Мы желаем всем нашим выпускникам, чтобы сбылись все ваши самые лучшие мечты. Я мама, учительница, и у меня сегодня сын-выпускник в первом ряду. Дорогие выпускники, Асизов Тимур, дорогие выпускники, я вам желаю счастливой доли. Будь хай вам счастить. Я тоже мама, и у меня 3 детей. Но моим младшеньким только 1.5 года, поэтому
Дай Бог дождаться когда-нибудь выпускниками, ну и не постареть. Ну а сейчас мужчин, песня для всех мужчин и, конечно, для молодых мужчин, наших выпускников, которая называется «You are the best». Все веселее, молодежь, просыпаемся. Девушки-красавицы. Возглавляю благотворительный фонд «Чистые сердцем». И мы провели наимасштабнейший социальный проект «Дети за мир во всем мире». Наш фонд, благодаря дружеским отношениям с правительством Венгрии, мы оздоровили более 2000 детей, детей-сирот, детей АТО Венгрии. И в рамках нашего фонда украинские дети побывали в Европе. Мы были в высших евроинституциях вместе. Мы пели замечательную песню, гимн «Дети за мир во всем мире» в Европарламенте, в штаб-квартире НАТО, в парламенте Швейцарии. В общем, да, можно поаплодировать. Спасибо. И вы знаете, самая главная кульминация нашего проекта была то, что Папа Римский Франциск лично пригласил нашу украинскую делегацию на аудиенцию в Ватикан.
И он сказал, что будет молиться за мир в Украине. Я считаю, что мир для нас сейчас – это самое главное. Вы согласны? Мы должны жить в мире. Украинцы – хорошие люди, трудолюбивые, красивые, талантливые, веселые. И что самое интересное, мой супруг успел подойти к Папе Римскому. Он когда-то учился в Риме, закончил университет Сапиенса. И попросил благословения. Говорит, мы вот недавно поженились, вы не могли бы нас благословить, мы хотим детей. И через 2 дня я мужу говорю, мне так плохо, я отравилась, со мной что-то случилось, на меня кто-то плохо посмотрел, я много работаю. Он говорит, а может тест? И через несколько дней мы прилетели в Киев, сходили к врачу, и нам сказали, что мы ждем 2 двойню. Мальчика и девочку. Я желаю всем вам Божьего благословения. Я желаю нам всем мира и добра. Я желаю каждой женщине найти свою судьбу. Просите, и по вере вашей будет. Все в ваших руках. Просила Бога! Все ручки! Всем передаю благословения из Ватикана. Чтобы были счастливы, здоровы. А кто будет больше всех махать, родит двойню. Девчонки, вы уже собрались? Подождите, уже все-таки рано. У нас 17. Yeah.